Команды начинают эту игру. Поехали. И вот состав хозяев. На острие атаки тройка нападающих. Это всегда опасно. Сдержать их натиск, Георгий, будет очень непросто. Фернандини. Вот это удар! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Крис Смолин. Аспиликоя. Илкай Гюндоган. Это может быть опасно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Роберто Фирмино. Классный отбор, можно играть. Мяч летит в сторону ворот. Гол! Мяч в сетке! Вот что значит попасть в створ ворот и дать шанс вратарю ошибиться. Пожалуйста, гол, мяч уходил в левый угол. 9 минут отыграли, и у нас уже есть забитый мяч. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Н'Голо Канте. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Такими действиями игру не обострить. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Роберто Фирмино! Сами себе забили. Автогол. И, к сожалению, от них и радости других, это автогол. Да, на тренере просто нет лица. Он, конечно, не ожидал такой подставы. Чудовищный по своей нелепости мяч. Можно только пожалеть потерпевших. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Агуэро. Виллиан. Уэйн Руни. Агуэро. Игра остановлена, штрафной. Это может быть опасная атака. Момент! Ушел мяч. Удар от ворот. Терпеливо ждут они своего шанса. Серхио Агуэро! Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Джейми Варди. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Н'Голо Канте. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Тут просто подарили мяч сопернику. Агуэро. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Красиво сыграно. Как эффектно. Руни. Выше цели.
Виля. Это может быть опасно. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Илкай Гюндоган. Харри Кейн. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Может получиться интересная атака. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Он накручивает соперников от Виля. Штанга. Мяч отскакивает в поле. Ну-ка. Роберто Фирмино. Руни. Великолепное исполнение паса. Серхио Агуэро. Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. С углового мяч будет введен в игру. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Руни! Какая изящная передача. Хорошая подача, но защита начала. Голкипер отбивает мяч. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Нарушение и штрафной удар. Тут может что-то получиться. Аспиликуэя. Он бьет. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Виллиан! Отобран мяч, надо возвращаться. Любимый счет Бориса Александровича. Это чемпионат Food Champions Weekend League. И команды готовы начинать второй тайм. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Гюндоган. Роберто Фирмино. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Свисток. Положение вне игры. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Илкай Гюндоган. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Роберто Фирмино. Алексис Санчес. Илкай Гюндоган. А вот это может быть... Виллиан! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Н'Голо Канте. Харри Кейн. Штрафной удар. Венсан Компани. Это может быть опасно. И защитник вовремя блокирует этот кросс. Мяч за пределами поля. Угловой. Едва не упал он, но все же устоял на ногах. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Пошли последние полчаса игры.
Агуэро начинает атаку своей команды. Тут защита справляется с потерей мяча. Сесар Аспиликуэта. Роберто Фермино. Вильян. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Это может быть опасно. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Это может быть опасная атака. Эриксон. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Владеют мячом и ждут, когда придаст. Красиво сыграл. Опасно! Затащил один удар, но может быть и второй. И... пас обратно. Скучновато. Кристиан Эриксен. Это момент, чтобы создать комфортное преимущество. Но не попал по воротам игрок. Двадцать минут до конца основного времени матча. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Очень здорово сыграно. Блестящий. Какая техника. Джейми Варди. И это удар. Здорово сыграла защита. Не прошел этот удар. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Антони Марсиаль. Спас. Удар головой. Спасает вратарь. Мяч у него. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Матич. Санчес. Виля. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. На этом атака окончена. Офсайд. Какой перехват! Великолепно сыграно! Продолжает владеть мячом. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Арбитр на бровке поднимает флажок и фиксирует положение вне игры. Судья дает продукт. Тут все очевидно. Будет штрафной. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ух, какой все-таки опасный подкат, и наказание совершенно справедливо. Тут может что-то получиться. Обостряющий пас. Сесар Аспиликуэта. И это момент. Гол! После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. Я думаю, высказывает сейчас что-то голкипер игрокам обороны, но тут ситуация как в пословице. Нечего, дорогой мой, на зеркало пить. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. 3-0, это уже серьезно. Все верно, края надо чаще задействовать. Точности не хватило его передачи, соперник легко разгадал эту затею. Ждем подачу от углового флага. Агуэро как-то, на удивление, невзрачно играет сегодня. Его действительно надежно прикрыли, он пока не заметен в этой встрече, мало двигается и мало получает мяч. И защитникам против него играть сегодня легко и комфортно. Нужно, конечно, действовать активнее. Это может быть опасная атака. Чистый пенальти. И что показывает рефери? Назначает пенальти и показывает желтую карточку. Ну и вроде бы все по делу. Удар с пенальти. Гол!
Ну что ж, этот пенальти уверенно реализован. Спокойно он реализовал пенальти, легко переиграл вратаря. 4 безответных мяча забито в этом матче. Много остановок у нас было, 4 минуты судья добавляет. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Н'Голо Канте. Может получиться интересная атака. Отличный удар. Ох, какой гол! Какой гол! Хотелось бы, чтобы этот гол стал началом их спасения, но, откровенно говоря, верится в это с большим трудом. И все-таки гол. Но это станет слабым утешением, потому что времени восстановить статус-кво фактически не осталось. Судья уже готов дать финальный свисток, а футболистам остается лишь сетовать на упущенные возможности. Действительно, футболисты очень долго раскачивались и входили в это. Матч завершен.